Дружба, солидарность и сотрудничество – сегодня три кита взаимоотношений национальных общественных организаций Рязани. Представители диаспоры уже давно обращались в мэрию с просьбой создать официальный уголок взаимного согласия. Городские власти пошли навстречу и открыли его в сквере Александрова. Все представители национальных общественных организаций очень активно откликнулись на инициативу и примут участие в акции «Сад Содружеств». Сегодня мы посадим 11 лип. Сразу 9 национально-культурных автономий поддержали идею создания сада, включая даже афганцев и корейцев. Работали дружно. Теперь мы знаем, что мы можем ежегодно приходить в сад Содружества и поливать каждое свое дерево, ухаживать за ним. И если еще продолжится эта акция, будем рады каждый год разбивать этот парк, еще больше сажать и под тенью этих липовых деревьев отдыхать и вместе с детьми приходить и наслаждаться миром, дружбой и согласием, которые у нас царят в городе Рязани. Дружба – это все. Если нет дружбы, нет и коммуникации, нет отношений, нет развития. Учитывая то, что сегодняшнее мероприятие направлено на содействие развитию гармонизации межнациональных отношений, укрепление дружбы, конечно, это добрая воля и хороший жест. Я уверен, что сегодняшняя акция направлена отчасти еще показать на своем личном примере, как надо содействовать, как надо укреплять межнациональные отношения для того, чтобы у нас в Рязани и вообще в России было мирно, дружно и комфортно. Представители национальных диаспор, активисты, общественники и юнармейцы высадили целую аллею. За каждым деревом теперь будет особый уход, так сказать, с национально-культурным колоритом.